За последние несколько недель криптовалютное сообщество разделилось на два лагеря. Одни считают, что биткоин уже достиг своего максимума 20 тысяч долларов и должен упасть в цене до 1000 долларов. Другие же считают, что биткоин нужно покупать, пока он стоит всего лишь 11 тысяч долларов. Ну, типа сейчас конец коррекции и цена взлетит к лету до 50 тысяч. Давайте разберемся, что сейчас происходит с ценой. И стоит ли закупаться биткоинами? А начну я с 17 декабря 2017 года, когда биткоин достиг своего максимума в 20 тысяч долларов. И его резко начали продавать в больших объемах. И тогда цена упала до 18 тысяч за пару часов. На тот момент все ждали коррекции, и когда увидели такой разворот графика, то многие побежали продавать биткоины, и за 5 дней он упал в цене до 12,5 тысяч долларов. Потом пошли негативные новости о том, что хотят запретить майнинг в Китае, где сейчас находится 80% всей мощности по добыче криптовалюты. Также недавно сообщили, что в Южной Корее вводят закон на ужесточение налогов по криптовалюте. Теперь биржа обязана заплатить 24% налога в казну Кореи, то есть одна из крупнейших корейских бирж Bithumb должна выплатить за 2017 год примерно 56 миллионов долларов. Ну и появилась еще одна негативная новость о том, что в России опубликовали проект закона о цифровых финансовых активах, который будет регулировать ICO, а россияне должны будут торговать только на русских биржах криптовалют, которые прошли регистрацию по закону. С одной стороны, хорошо, что появятся в России официальные биржи криптовалют, которые будут нести ответственность за деньги на счету. Но, скорее всего, там будут большие комиссии и будет сложная система верификации. Я уже не первый год держу биткоины и сразу вспомнил историю, ведь в 2013 году все было примерно так же. Биткоин в декабре достиг максимальной цены и на бирже его покупали за 1200 долларов. Под конец декабря его также начали резко продавать, а потом пошли негативные новости от разных стран. О том, что в Америке криптовалюту облагают налогами, а в России операции с криптовалютой называли спекулятивными. И грозились ввести закон, который будет наказывать за торговлю биткоинами внутри страны. В Китае также были подобные угрозы, поэтому начали избавляться от биткоинов. И уже к 2015 году он торговался на уровне 200-300 долларов. Я не хочу говорить, что такая история может повториться и сейчас, ведь все зависит от будущих новостей в этом году. Чем больше будет положительных новостей, тем выше курс. Вроде бы простая истина, но все они забывают. Тем более в этом году мы точно увидим несколько хардфорков биткоина. Вот перед ними как раз и стоит закупаться. А пока придержите свои деньги от вложений в биткоин. Такой же стратегии придерживаются крупные инвесторы. Они закупают альткоины наподобие эфириума, нео, дэш и иос. И когда близится хардфорк биткоина, они перекидывают часть активов туда, чтобы получить побольше новых монеток. А потом уходят обратно на альткоины. И такая схема действительно работает. Это стало понятно по такому проекту, как Cardano, который взлетел в цене за несколько месяцев с тысячного места в топ-10 криптовалют по рыночной капитализации. Если что, я снял отдельный ролик про Cardano, который можно найти в описании под этим видео. Если вкратце, то я считаю, что это очень перспективный проект, который в итоге будет стоить 1 доллар за одну монетку точно. Но для этого нужно немного времени. Поэтому мой совет: приберегите свои деньги и не вкладывайте их в биткоин, а ждите его хардфорка. Именно новость о разделении криптовалюты может вновь пробудить интерес инвесторов и, возможно, цена вновь полетит вверх. Также цена может пойти вверх, если появятся знаменитые личности, которые верят в рост биткоина и вложат туда крупную сумму, ну или будут очень ярко высказываться положительно о биткоине. Ну еще одна новость, которая может как-то поднять курс биткоина, это поддержка какой-нибудь страны. Если эта информация была для вас полезной, то ставьте лайк, мне будет очень приятно. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!